Поздравить летчиков со столетним юбилеем военно-воздушных сил на аэродроме «Северный» собралось около 3000 человек. Программа праздника была обширна. Свои умения зрителям продемонстрировали офицеры 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, бойцы отряда особого назначения и спортсмены-авиаторы ДСААФ. Для ивановцев был открыт доступ к авиационной технике и вооружению. Возможности осмотреть самолеты и вертолеты особенно рады были дети. Одним из самых ярких моментов праздника стало отправление ивановских самолетов на аэродром Раменское для участия в трехдневном параде ВВС. Самолет А-50 убывает на показательное выступление в Раменское. На проход будет там парад организован, они будут, соответственно, участвовать в данном параде. А также группа самолетов Ан-2-х пройдут тоже над Раменским. Отличная погода позволила авиамоделистам устроить негласные соревнования, а парапланеристы приглашали всех желающих подняться в воздух. Летчики сочли, что праздник удался, но ожидания некоторых зрителей превосходили возможности организаторов. Мы хотим, чтобы еще солдаты стреляли и бросали бомбы и подстреливали солдаты. Я хочу, чтобы была война конфетами. Анастасия Николаева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.